Я собралась, оделась и иду на встречу с Зулечкой. Она идет на прием к врачу с дочей. Попросила меня сходить вместе с ней. Выгляжу вот так. Долго думала, что надеть, потому что погода такая странная. Вроде 21 градус показывает, но в реальности тепло. И не знаю, что надеть. Короче, как-то так выгляжу. Мне скажу, что в восторге от своего образа. Изначально красилась под другую одежду. Потому что, видите, да, у меня помада немножко в розовых тонах. Также и румяна розовенькие. А одежда получилась в других тонах. Ну, ничего. Давно я не выгуливала ни эту рубашку, ни эти штанишки, ни эту обувь. Так что, чтобы они не обижались в шкафу, решила их выгулять. Хотела поехать на такси, а потом вспомнила, что я дала себе слово по возможности ходить пешком. Повторяю себе каждый раз, что движение – это жизнь. А на такси, в принципе, я могу приехать обратно, когда домой буду ехать. Я, скорее всего, буду спешить за детьми, поэтому можно на такси. Вот. Сегодня, знаете, такой момент был. Я отвела детей в сад и шла домой. Ну, сейчас в своих мыслях, как обычно, да, спускаясь по лестницам к апартману, к дому, получается. И у нас прям под домом получается такой где-то 2 метра вот высоты. Есть такой как палисадник, что я не знаю, как это назвать. Там то старые вещи лежат, впереди цветочки растут и так далее. Ну, короче, есть такое место, чтобы туда попасть, нужно зайти через наш, через вход к дому или перепрыгнуть через забор. Вот. Теперь я прохожу и боковым зрением, вот я была в очках, вижу какой-то силуэт там что-то делает. Я почти зашла в дом, потом развернулась, потому что у меня в голове не сложилась картинка, кто там и что делает. Развернулась и иду посмотреть, что там происходит. Там стоит молодой парень, ну не знаю, лет до 20, от 15 до 20, точно не могу сказать. Такой смуглый, худенький. У него опущены штаны, чуть ли не до колена. Ну, почти до колена, он их как бы коленами придерживал. И руки на своем 21-м пальце. А я так спустила очки на него, смотрю, говорю, ты что здесь делаешь? Он говорит, ухожу, говорит. Я говорю, в смысле ухожу, а что ты здесь делаешь? Он, ну, естественно, одновременно поднимает штаны. Я, говорит, писаю. Я говорю, тебе что, больше негде писать? Но факт, что он не писал, потому что он стоял попой, облокотившись на стену, зачем-то опустил штаны до колен и теребил свой писюн. Естественно, он не писал. Я что, не знаю, как мужчина писит на улице. Им хватает только ширинку расстегнуть и все. И я задумалась, блядь, если бы я шла бы со своими детьми, и они увидели бы эту картину. Получается, он зашел через наш вход, спустился и пошел туда и встал. Проходящие люди при желании, если вот ты идешь вот так по дороге на улице, если ты повернешь голову, посмотришь в сторону нашего дома, это можно было увидеть. Получается, он был этот, как их называют, эксгибиционист, да, или как их там называют, который любит свои причиндалы показывать. Но с другой стороны, он увидев меня, когда я с такой рожей, ты что здесь делаешь? Начал с ним на него наезжать, он соскочил сразу. Кусурабак моим, извини, там ты убежал. Может быть, он подумал, что я сейчас начну кричать, как обычно это бывает, орай, урай. Ну, что кричать-то, раз он посреди улицы спустил штаны и стоит, значит, у него какие-то психические отклонения есть. От криков ни ему, ни мне легче не станет. Но у меня в голове промелькнула мысль о моих детях, которые
Нет, бывают в этом палисаднике, там впереди получается розочки, цветочки, киски там бывают. И они этим всем интересуются и, естественно, туда смотрят и там могут находиться. Представляете, если бы мои дети вот это вот чудо-юдо увидели? Короче, вот так вот. И впервые за все это время в Турции я столкнулась с таким. Лифт, видимо, не работает, я пешочком. Вот я уже дошла до метро. Так, у нас в общественном транспорте кто хочет, носит маски, кто не хочет, не носит. Так, идем пешком. Дала себе слово, что по возможности, пока без детей, если не сильно устала, то идешь пешком. Такс. Вот такая вот история была сегодня утром. Я таких людишек видела в своем детстве последний раз. Нет, не в детстве. В детстве видела, когда в школу мы ходили с девочками, там между домами в гаражах прятался такой мужичок. Потом, когда я уже была девушкой, может быть, 18, 19, 20 лет тоже. Но это все делалось как бы скрытно, да. Это такое чудо я видела впервые. Ну, видит такой молодой, чтобы совсем был. Так, я надеюсь, что я карточку не забыла. Идем с карточка. Нет. $6.50 проезд. Я обращаю внимание, потому что у нас же каждый раз все дорожает. Так, пока в масках никого не вижу. В прошлый раз, когда я ехала на метро, сказала, никого не вижу, но вот пожилые трое в масках. Ну, пожилых я еще могу понять, если они что-то где-то подцепят, им вылечиться сложнее, потому что у них уже букет хронических заболеваний, поэтому как-то их можно понять. А здесь, короче, пешком не получается. Сходили мы к доктору, все хорошо идет, все по плану, и присели с Улечкой попить чаю с пончиками. Я разве могу, если прохожу отсюда, пройти мимо? Нет. Ты будешь пончики? Ты будешь пончики кушать? А? Язык взяла. Зулечка тоже в процессе снимает. Я тоже снимаю. Идем с Зулечкой в сторону моря. Проходим по таким интересным улочкам. Старые-старые постройки. Смотрите, балкон, насколько старенький. И тут же рядом есть не такой старый домик. Там оранжевый такой прикольный. Потихонечку дошли до моря. Но, в принципе, здесь и недалеко было идти. К вечеру здесь бывает шумно, молодежь вся сидит вот здесь на травке, пивко попивает, семечки грызет и так далее.
пока Зулечка с Аделюшей там вдалеке, а Аделюша бегает за голубями, Зулечка снимает. Я присела. Были бы здесь мои дети тоже, я бы тоже, конечно же, ходила бы за своими детьми. Все мамы одинаковые. Дитё что-то делает, а мы с телефоном их снимаем, снимаем, сохраняем. Скоро уже пора идти домой, забирать деток. Не проходят. Как можно пройти мимо такой красоты? Вода прозрачная просто. Если есть чуть-чуть ветер, здесь бывает волны, вода бьется сюда и прям вот сюда брызгает. Площадь Джумурет Мейданы. Паром отчаливает. Ты маленькая принцесса или большая принцесса? Ты маленькая, вот такая маленькая принцесса. Это чей телефон? Чей это телефон? Это мамин, да? Буракой, чуджун. Дю-дю-дю, утро. Сейчас Аделюша будет кушать, да? Будешь кушать? Какой у тебя телефон? Это мне? Спасибо. Подними ручку вот так. Подними, пожалуйста. Возьмешь водичку? Это убрать надо, да? Давай вот сюда положим. Возьмешь водичку? Другой ручкой возьмешь? Вот, молодец, молодец. О, да. Какая ты молодец. Какая ты умница. Ты у мамы умница. Ты мамина бусинка? Мамина бусинка. Привет. Так, сделай пальчиками вот так. Так. Можешь вот так сделать? Да. А этой ручкой? Этой ручкой толкни. На, забери свой телефон и иди отсюда. Ага, я была туда. Да. О, этой ручкой толкай. Стул двигается. Стульчик хочет убежать.
Пока-пока сделай. А Дрюша, сделай пока-пока. Бай-бай. 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 Все, прогулка закончилась. Еду домой. Очень быстро день сегодня закончился. Прям я вообще не заметила. И Зуля говорит, вообще как так быстро пролетели эти несколько часов. Ну, мы, в принципе, вместе провели 3 часа всего. Вот. Мне вообще каждый раз, когда я детей к 12 часам отвожу в садик, день очень быстро заканчивается, потому что что остается-то? На себя ничего не остается, и уже нужно идти за малышами в садик. Все, еду. А так хотелось еще погулять. Аслан, Зайряшка жалуется, что ты ее обижаешь? Что ты ее пластилин забрал? Да, Зайра? Она жалуется, что ты ее пластилин забрал. Это правда? Аслан? Это правда? Да? А почему забрал ты ее пластилин? Ты хотела его убрать? Солнышко, он просто хотел убрать твой пластилин. Чтобы... А я сама. Так, да просто вы не поняли друг друга. Он хотел тебе помочь и убрать твой пластилин, чтобы его никто не трогал, да? А я хочу сама. Мама, это будут фары. Это фары, да. А это? Не знаю. Это, наверное, тоже фара? Что ты сегодня делала, Сань? Я синенькая кушала. Что кушала? Булькой. Булькой. Плов? Нет, булькой. Булгур. Булгур? Mm-mm. А что это такое? Печенье. Печенье. С конфетами. Конфеты кушали? Ой, какой у вас хороший садик. Печенье, конфеты. А еду кушали? Да. Какую? Никакую. Никакую? Только водичку. Только водичку давали. Только и вода. Вкусно пахнет, моя девочка. Я по тебе соскучилась. Ты соскучилась по маме? Да. Как соскучилась? Как зовут вашу подружку, которая уходит? Как зовут подружку? Элису. Элису. А где она? Что, бабусь? Мамина солнышко, а он до сих пор про жучка думает. Наверное, говорит, жучок выздоровел, которого мы видели. Да, солнышко, он выздоровел. Мама оттуда, когда проходила, мама видела, как он своими крылышками полетел и улетел. Он выздоровел. А мы? А мы помогли ему, ты помог ему выздороветь. Иди, а ты листочек забирала из-под него, листочек ему не оставила. Это может... Сухома. А он хотел другой. Он хотел другой? Да. Ну, надо было другой подстелить ему. Ты же не стелила, ты забрала свой листочек и оставила его на камешке. Мама. Мамина заденька. А я держу за крыску. За крылышки тоже, да. Только... Я улетаю вот сюда.
что я друг Зента. Я всех победу. Всех побежу. Вот, они идут. Где песня? Два. Песик. Только иди в огонь. Мама. Вот я могу что делать? Нет, я буду. Ау. Ага. Я скажу водеть. Я буду тут спать. Вот это я колодка. Синяя. Вот это я колодка. Кроватки. Я спал там и проснулся. Теперь капак. А давай капак пойдем. Нет, надо остановить двойную девочку. А мама еще с вами. Да, надо позвать Кироновка. Еще тут что-то есть. Давай поточим. Зачем? За это.
Мне нужна вода, пока я их потушу. Плохих сказать. Нет, мои стеканки не потеряй. Нет, 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 пожалуйста. Да, я пожалуйста, я распутил. Вот и нет. Девочка распутится магнит. И аэропорт. А давай киски почитаем, дети. Да! Будет киски! Вот они киски. И какие хотите киски? Дети, которые мы... Поменяли место игр, да? Аслан, ты когда уходишь, ты на дорогу смотри обязательно. Аслан заявил, что уходит от Зайрашки. А почему ты уходишь от Зайрашки? Потому что мне нравится Зайрашки и фотографии. Фотографии? Так она красиво позировала, это ты дурачился. Да. Она красиво стояла. А ты дурачился. Ой, давай пойдем. Да, старая и грязная. Пойдем, Зайруня. Пошли, мама уходит. Зайра, мама уходит. Догоняй, братик. Догоняй, братик. Когда не надо, ты бежишь. С дороги уйди, Аслан, в сторону. Молодец. Помните, я вчера рассказывала, что шла домой и увидела парня, который спустил штаны и стоял. Я вот так вот шла и боковым зрением увидела его вон там. Вот там он, получается, стоял и делал свои непонятные дела лицом вот сюда, к улице. Его видели, получается, и оттуда, и отсюда, и везде. Как бы его не увидеть, это, ну вот смотрите, отсюда вообще он виден. Он стоял вот здесь. Нигде он здесь, конечно, не писал, как он сказал. И отсюда вот проходящие люди спокойно его вот все видели. Я не знаю, кому он свой писюн там показывал. Вот так вот, короче. Ой, я домой. Сидела сейчас после садика, зашла в пекарню, попила чай с булочкой и читала в Инстаграме там всякое разное, как обычно бывает. И читала одну статью, рассказ про женщину в военное время, 40-е годы. И без слез просто невозможно было читать, реки прям, слезы прям рекой полились.
И работники подошли ко мне, они знают, что я иностранка, естественно, да. И не поняли, что случилось, и так далее. Вот. Все, домой пришла. Что-то готовлю. Порезала лук и две морковки, чуть-чуть потушила. Две картошки сейчас потушу немножечко, потом добавлю кипящую воду и маленькие-маленькие фрикадельки. В конце зеленый лук и зелень. Зелени у меня нет, надо купить. Короче, что-то придумываю детям на ужин. Дыня, киви. Там еще, по-моему, апельсин у меня есть, если они захотят. Бойчик, иди к нам. Идем к нам. Идешь? Иди к нам. Ты же любишь на этих ковриках лежать? Я почему их постоянно собираю? Потому что Лео любит на них лежать, а потом с них очень тяжело волосы убирать, только вручную. И ночью он любит их вот так, вот так, вот так вот делать, собирает у них. Теруня, ты что делаешь? Игают игрушками. А где твой братик? На мотоцикле катается. На мотоцикле катается с дядей Муратом, да? А давай вместе поиграем. Давай. Ты будешь это кто? Это Скай? Нет. Дизи? Да, Дизи. Как всегда. А ты что тут делаешь? Я прогулять пришла. Я хотела пойти в парк куда-нибудь, где много-много деревьев, погулять, послушать пение птичек. А давай я тебя повезу. Только я не знаю, в какой стороне парк. А я знаю. Ты знаешь? Да. Может, вместе пойдем? Да, но так и где? Только куда-то надо пойти. Вот там волки. Еще бабайки. У вас здесь волки? Да, надо прятаться. А как мы будем прятаться? Куда-то надо прятаться. А дерево? На дерево спрячемся? Да. Но сперва надо дойти до деревьев, чтобы спрятаться на них. Да. Что? Сиди, смотри за нашими. Уйдет. А там мой котик. Ты можешь мой котика потрогать. Я боюсь трогать котиков. Нет, он не злой, он же добрый. Он добрый? Спасибо. Давай ты жвачку сорта вытащишь, Зира, а то вообще не понимаю я, что ты говоришь. Давай жвачку вытащим. Она же уже не сладкая, ее можно выбросить. Это твой котик, да? Да, он же совсем не злой, он беленький. Я тоже тогда его потрогаю и поглажу. Ой, какой он хороший! А как зовут твоего котика? У него имя есть? Зума. Его зовут Зума? Нет. А котика как зовут? А это кто? Меня зовут Дизи. Дизи, пускай он будет Дизи. А котика твоего зовут Дизи? Да, как ты. Какое интересное имя. А кто дал ему такое имя? Кто ему дал такое красивое имя? Ты? Нет, Хиляль. Хиляль? А кто такая Хиляль? Моя мама, еще мой папа. И мама, и папа Хиляль. Маму и папу твою узнаю. А Хиляль кто такая? Я не знаю Хиляль. Я не знаю. Расскажи, пожалуйста, кто такая Хиляль? Это дети. Что, дети? Может, потрогай мою кошку еще. Я потрогала. Ты мне расскажешь, кто такая Хиляль? Я не знаю. Может, это твоя подружка? Да. А сколько лет твоей подружке Хиляль? Это дед. Это один раз. Что один раз? Да опять все бесы, они идут. Ей тема неинтересна. Да опять все, они идут. Куда мы спрячемся? А дерево бесы. А здесь нету деревьев, нету, здесь деревьев нету. А кто идет? Волки-бабайки. Волки. Они,
он не заметит. Надо везде пойти полетать. А если у меня бензин закончится, я не смогу летать. Я тебе помогу, у меня есть сзади. Есть? Ты поделишься со мной? Да. О, какая ты добрая. Ты очень добрая. У тебя сзади? Сзади? Да, у меня тоже сзади. Давай, пойдем. Все, теперь у меня много бензина, я смогу долго-долго летать. Так. Нет, ты можешь вот это. А я могу летать. Давай еще прячемся. Я спрячусь вот сюда, под мамину ногу. Они меня не найдут. Вот здесь. А я им буду драться. Ты драться будешь? Ты не боишься их? Нет. Ты такая смелая. Я герой. Ты супергерой. Да. Ты всегда всем помогаешь? Да. Я тоже, я хочу быть похожим на тебя. Да, а что похож? Супергерой! Я могу сильно летать. Супергерой спешит на помощь. Мы команда супергероев, суперспасатели и супергерои. А это твои друзья, да, все? И вот они еще. А ты расскажешь, как их зовут? Познакомь меня, пожалуйста, со своими друзьями. Это зовут, пускай будут. Это кто? Это же твои друзья. Это кто? Это Дизи. Пускай будет, а не Дизи, как ты его зовёшь. Давай будем летать, а этих друзей твоих как зовут? Я хочу с ними тоже Дизи. Познакомиться. Дизи. Это Дизи, хорошо. Нет, я же... По-моему, это Джет, нет? Нет, я же... Он... Зент. Зент, очень приятно познакомиться. Меня зовут Дизи. А меня Зент. Да, 55. А другие друзья, с другими да. тоже познакомь меня, пожалуйста. Это Дизи. Так, тебя я уже знаю, Зент. Давай остальными тоже познакомь меня, пожалуйста. Подсказываем Дизи. Все Дизи? Да. Так не бывает, у всех должны быть разные имена. Пускай не будет всем Дизи. Ну, пускай. Ну и чего? Они нас умезут. Они нас заметят. Бежимся. Бежим. Улетаем. Давай так, чтобы нас никто не увидел. Где давай спрятимся? Тут. У мамы между ног там пещера получилась. Да, вот. Да, давай в пещеру залезем, вот сюда спрячемся. Да. Они совсем тут нас не заметят. Не заметят, совсем не заметят. А нам надо другое место прячемся. Тогда вот сюда, к тебе спрячемся. Спрячемся сюда, все поместимся сюда. Да. Давай всех друзей сюда, в другое место. Вот, все. Вот я тоже здесь остался зелененький. Да. Вот, спрятались. Теперь нас точно никто не заметит. Да вот там прячемся. А что, мы все время прятаться будем, да, что ли? Да. Мы же хотели в парк пойти. На деревья посмотреть. Ты мне обещала показать, где деревья растут. Надо быстрее полететь и найти деревья. А может, мы что-нибудь почитаем? Я очень люблю читать. А ты что хочешь почитать? Я люблю сказки читать. Ты хочешь балерина? Балерину? Можно про балерину тоже. Давай почитаем. Ты умеешь читать? Да. О, как я хорошо. Герой. Да, я забыла, прости, что ты герой. Я пока не умею хорошо читать. Ты почитаешь мне? Да. Давай. Давай будем читать про балерину. Где балерина? Не знаю. Надо найти. Она тут.
Там должна быть. Они все там, все книжки там. Я видела сегодня, как мама все книжки складывала сюда. Вот она, балерина. Вот. Давай. Идем сюда. Нет, ну сюда. Ну, мне там не очень удобно сидеть. А там будет папа сидеть. Ну, папы сейчас нету. Идем, садись рядом со мной, пожалуйста. И дети. Они тоже хотят послушать? Да. Давай, тогда их тоже. Садись вот сюда. Еще один есть. Угу. Нет, это ты. Это я, да, это я. Это я вот здесь оставила, он на мне будет сидеть. А ты садись рядом, и мы их тоже посадим, чтобы они все слушали. Слушать будут все, да? А он глазами злой. Он злой, да? Да. Ну ничего, злые тоже любят читать. Давай. Нет, он же добрый. Добрый? Ну, да. Хорошо. Давай, читай. Открываем каску. Я внимательно слушаю. Нет. Что это все-таки? Нет. Нет, нет. Ты болеешь? Ты нет. Болеешь? Нет? Все нет. Хорошо? Да. Ну давай тогда. Так это кто писает? Тяни. Вот я. Ладно, но кто-то было. Кто-то что здесь? Кто-то пописил. Балерина пописила? Да, я пописил. Балерина не писает? Только в туалет? У нее уже тут нету. Как нету? Ну, пускай не буду мыть. Я не буду о голосах писать. А, у тебя маленькие балерины? Да. Которые еще не умеют ходить в туалет? Да. А ты умеешь ходить в туалет? Да. Какая ты большая. А, ты же супергерой, я забыла. Болеешь? Да. Мне надо доктора пойти. Надо витамины попить. Но да. Витамины после еды только пьешь. Тебе мама рассказывала, что витамины пьют после еды. Пускай мы пойдем прятаться, я снова одеяла. Опять прятаться? Я не хочу все время прятаться. Ты же супергерой, ты защитишь меня от волка. Зачем мы будем все время прятаться? Они нас заметят. Ну и что, ты же супергерой, ты сильный. А я могу им дать язык. Ну? Я могу... Что делают супергерои? Будут сильно летать. Сильно летать. Еще что умеет делать супергерой? Ходить. Ходить. Ну, я тоже умею ходить, но я не супергерой. Давай прячемся. Я потом. Опять прятаться? Ладно, нет. Я вот здесь прячусь, вот так. Нет, надо прячься роботом. Роботом? Да. Трансформироваться? Да. А я не умею трансформироваться. Вот так. У меня только вот здесь дверцы открываются. А давай я ее примирюсь. Еще ножки. А, нет, я умею трансформироваться. Я все умею. Вот. Теперь надо ходить. Лео? Лео, кушать будешь, солнышко? Хотя я ж положила тебе там еду. Давай, теперь надо ходить. Так, 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 так. Она и туда пошла. Она закрылась. Давай поспим.
Ну, я не хочу спать, я сегодня целый день спала. А давай вместе, а давай чуть-чуть поспим. А давай чуть-чуть поспим. Как Лео смотрит, посмотри. Давай чуть-чуть поспим. Ну, давай. Поспим. Чуть-чуть. И дети. Да, дети? Да. Ты так и не сказала, как зовут твоих друзей. Все имена Скай сказал, Дизи сказала. Все Дизи не бывают, у них у всех должно быть свое имя. А сколько поставить? На этом мы прощаемся. Вот сюда.